Привет всем! Всем привет! С вами снова я, Вячеслав Смаилов, или Живия, и Бола. Сегодня мы, короче, с Болой скинулись и купили вот этот вот гараж. Долго искать не пришлось, ему сразу же скинули координаты, он их легко нашел, да? Да. Вот. И сегодня мы с тобой узнаем, что внутри этого гаража, так? Это мое. Что? Это мое. Нет, мы же скинулись. Это мое. Нет, подожди. Гараж стоит 250 косы. Да, это мое. Гараж 200. Ты полтинник скинул, а я 200 заплатил. Я не знаю, это мое. Я знаю, это мое. Реально, я вам говорю, мы 200, за 250 косых взяли гараж, он полтинник заплатил. Ты что, ты ржешь? Он меня разводит, оператор. Ладно, вскрываем и смотрим, что там внутри. Так. Ненавижу замки эти гаражные, их специально такие вешают. Ты умеешь открывать эти замки, Бола? Что? Во, я открыл. О, супер. Так. И надо сейчас еще забрать оттуда ключ. Ой, блин. Да ё-моё. На, подержи. Во, зашибись. И еще один ключ, естественно, ничего у нас с первого раза не открывается. Так, раз, два. Сейчас. Ну, давай. Бола же инженер. Да, Бола инженер. Я эксперт. Эксперт? Ты забыл? Я помню. Это чудо. Это русский ключ. Он вот так. Русский ключ. Русский, да, вот. Хорошо. Давай, подожди, на счет три. Содержимое всех сейфов, гаражей и всего, что мы открываем на канале Жизни, первыми видят подписчики. Это наша первая совместно с Бола покупка. Посмотрим, насколько ему везет. Так что вы готовы? Подписались? 3, 2, 1. Смотрим. Так. Ого. Блин. Попадос. Тачки нет. Бола. Да. Машины-то нет. Но что это такое? Подарок? Похоже, да, какие-то подарки. Смотри, что за жесть, тут нож так воткнут. Надо их распаковывать и узнать, что внутри, может быть, с помощью этих коробок сможем окупиться. Ты что думаешь? Это нормально. Нормально? Да. Ну давай распаковывать. Выносим отсюда, а то здесь темно. И будем смотреть, что там внутри. Итак, друзья, мы увидели то, что это сюрприз-боксы, и в этом гараже лежало очень много сюрприз-боксов. И наша с вами сейчас задача понять, что там внутри, и понять, смогли ли мы окупиться, потому что эти боксы очень необыкновенные. Вы, кстати говоря, тоже можете купить такие же боксы и распаковывать их вместе со мной. Так что переходите по ссылочкам в описании, и вы сможете точно такие же боксы, а может быть даже круче, посмотреть, какие там бывают. Ну и понять тоже, вы сможете окупиться, поиграть в такую же игру, как мы. Давай распаковку. Да, сейчас будем распаковывать. На, раз такой нетерпивый, этот тебе. Вот, а мне это вот моя? Этот. Да, unpack, unbox. Вот, эти, короче, их сейчас? Очень много. Да. Вот, их тут очень много разных. Заметьте, да, они все разные формы. И будем смотреть, что там внутри. Так. Выпишите, что вам надо. Да, ребята, то есть сегодня, наверное, у нас будет очень много разных необычных призов. Вы в комментариях можете написать, если вы хотите себе что-нибудь получить, потому что что-то, наверное, нам не пригодится. Такая... О! Так. Караоке микрофон. Замечательно. Живее. Люкс-колоночка. Так, я предлагаю между мной и Бола объявить какой-нибудь челлендж. Типа, по одной коробке распаковываем, у кого круче, тот получает сотку, например. Сотку денег. Нормальная тема. Это коробки чисто с электроникой от сюрприз-боксов, как я понимаю. Так что сегодня у нас с вами будет очень много электроники. Так, как эта штука работает. Микрофон. Да. Окей, Бола, давай, sing something. Давай. I don't know, what song will I sing? African song, okay. If I tell you, say I love you, my body na your own, oh baby.
Та цивилия под яканцем. Ничего вы даете. Нормально, браво. Поставьте лайк за певца у нас такого. Так, мы распаковываем. Давай. У нас, давай, давай. И у нас новое правило. У кого внутри электроника круче, тот получает сотку. Так что сегодня можем подняться. Да. Так. У меня, короче, опять люксколонка. Или не знаю, что это. I love this. Наушники, да? Да. У него наушники. А у меня, короче, какой-то фонтан. Как сказать по-русски? Наушники. Смотри, Dynamic Fountain Speakers. А, я знаю эту тему. Это, короче, к компьютеру подключаешь, и это, короче, когда у тебя музыка играет в них, там внутри фонтаны. А у тебя, получается, геймерский микрофон. Гейм, да? Да, для геймера. Понятно. Ну, они проводные. О, так, окей, кто сотку получает за это? Супер. Я думаю, Бола. Блин. Держи. Честно, выигрыш. Спасибо. Моя? Да. Нет, я буду распаковывать, короче, самую большую. Большую? Да. Ты мог ее тоже выбрать. Тут я победю. Вместе? Да. Вместе? Нет, ты вот... Давай. Давай, давай. Па-па-пу-па-па. Так. Как вы думаете, что там внутри? Напишите в комментариях, что это самое большое. Keyboard. Думает клавиатура. Не знаю, посмотрим. Я тоже так думаю. Сейчас там вообще что-нибудь другое. А нет! Геймерская клавиатура, да. Причем colorful, мультимедиа. Ништяк, у меня как раз уже моя такая уже. Вместе с мышкой? Не знаю. Если с мышкой, то это вообще... А третий? Колоночка. Без люкс колоночка. Nice one. Вон, Gaming Keyboard and Mouse. Тут два подарка в одном. Русская версия. По-любому, думаю, я тут это выиграл, наверное. Большая, потому что... И от одной компании, да, получается, нет? А нет, это другая компания. Ну так. Что, мой вердикт. Я думаю, что тут победил я. Че, оборзел, что ли, смотреть? Что? Давай ты кому-то приехали? Деньги из нас. Стоп, кто первее? Стоп, на счет три. Что? На счет три. Раз, два. Все, едем дальше. Так. Что-то желтенькое. Ну, опять люкс-колоночка. В основном в электронике выпадаются люкс-колоночки. Или что-то связано с музыкой. Беспроводные наушники. Блин, ну тут я не знаю, скорее всего, здесь, наверное. Ну, слушай, а здесь у меня с лентой есть. Можно с собой носить и Моргенштерна после полуночи подрубать. Кто победил, ты решай. Я за люкс-колоночку. А, у меня уже две сотки. Хорошо. На самом деле, смотрите, в каждом боксе лежит электроника. Это прям беспроигрышный вариант. В сюрприз-боксе можно покупать разные-разные виды боксов. То есть этот бокс с электроникой. И я думаю, это прям беспроигрышный вариант, если хочешь сразу же какую-то электронику подарить кому-то или себе. И не знаешь, что купить. А тут просто купил, и вот и радуешься. Потому что электроника реально качественная, интересная, любопытная. Посмотрим, что у нас в таких небольших коробочках. Да. Так, у него сейчас... Офигеть! Yeah. Умные часы. У меня люкс-колоночка. Маленькая, портативная. Блин, это дикий окуп вообще. Это умные часы, офигеть. Ну, вот так получается. Кто победил? Вот именно тут выиграл Бола. Бола, держи. Блин. Okay. Тут реально я даже спорить не буду. Умные часы — это круто. Конечно, вот так вот распаковывать сюрприз-боксы здорово вживую, но это можно делать и онлайн с помощью сервиса Сюрприз-бокс онлайн. Переходите по ссылочке в описании на сайт Сюрприз-бокс онлайн, и здесь вы можете в режиме онлайн, собственно, покупать эти же сюрприз-боксы. Каждая коробочка стоит всего 100 рублей, а внутри может попасться целая куча всего. Посмотрите, например, iMac, iPhone и так далее. И все это реально может лежать всего лишь за 100 рублей. А еще в этих сюрприз-боксах может попасться все то, что попадается мне в этом видеоролике. Поэтому вы можете открывать эти боксы вместе со мной в режиме онлайн. Вау! Смотрите, мне выпал, например, какой-то гаджет. Ну все, сейчас возвращаемся к распаковке офлайн. Не знаю, это какой-то приятный процесс, конечно, очень здоровский. Так делаешь, это тык-тык-тык-тык-тык. И все это... Неужели опять колонка? Я что, сегодня это музыкантом заделаться решил? А нет. Вот что такое. I love this. А, ну это держалка, подставка. А что это такое? Это пылесос, короче, написано. Vacuum cleaner.
Блин, я таких никогда не видел. Давайте позябаем хоть, что это такое-то. Позябаем. Знают ли подписчики слово, значение слова позябаем? Mm-hmm. Так. Супер. Классно. Да. Супер, пупер. Так, 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 оп, это какая-то инструкция. Так. Ой. Смотрим. Прекрасно. Неужели такой маленький пылесос? Да вы чё? Как это? О. Ништяк! Давай бороду тебе пылесосим. Прикольно. Типа такой маленький пылесос. А куда он весь этот мусор затягивает? А, вон здесь у него хранилище есть. Круто. Ну чё, кто сегодня, кто в этом победил? Тут однозначно ты. Да. Пылесос. Буду пылесосить. Мы сейчас с Бола идем почти в уровень в этом челлендже. Посмотрим. Так. А кто же стенд? Ну, у меня с подсветкой. Как у Бола, только с подсветкой. Тоже такая штука, она ставит сюда. На нее можно ставить телефон и можно снимать тиктоки. Очень удобно. Свет падает на тебя и в это время тебя снимает. Удобно очень штука. Чаджер. Ночник. Да, с зарядкой. Или просто ночник. Дуал. Порт Light, Light Charger. Короче, ночник, зарядка. Ну чё, кто тут победил? Сложный на самом деле выбор. Я в детстве боялся темноты, я бы выбрал ночник, но я выбираю себя. Так, так. Смотрим, что у нас здесь. О, у меня наушники выпали. Гейминг наушники геймерские. Что у тебя? Посмотрим. В цвете пока в одном. У меня красный, у него красный. А, люкс-колоночка. Ну такое сложно. У него беспроводная, а у меня обычные проводные наушники, ну геймерские. Кому сотка? Я за люкс-колоночку. Да ты всегда за люкс-колоночки, ты задолбал уже. Мне нравится музыка, мне нравится беспроводная музыка. Кто вообще у судьи поставил, я не понял, Сам выбрал. Так, так, так. Взяли оба мы небольшие коробочки и посмотрим, кто сейчас. О, беспроводная зарядка. Ну, нормально. Тоже? Но беспроводная. Класс. Классно. Офигеть. Покажи в камеру-то. Беспроводные наушники, как и AirPods. Офигеть. Ну тут однозначно выигрывает. Бола, Бола, держи даже. Вот так. Чё? Почему? Три? Да. Хорошо, три. Это чё? Со. Нет, тогда так. Хорошо. А это мне. Чё? Да. Чё, тебя развели? Окей, поехали. У него последняя досталась побольше, чем мне. Да им вечно все побольше достается. Так. О, опять стенд. Поставочка с этой. Эй, а у меня опять беспроводная зарядка. Ну вот, тоже. Да, оба желтенькие. Но хотя это больше лаймовый зеленый. Ну давай, последняя сотка кому уходит. Ну блин, очень тяжело понять. Вроде бы и беспроводная зарядка крутая, и штатив круто. Я думаю, чтобы было честно, делаем вот так и вот так. Ништяк! Ну тогда у нас получается поровну. Никто не победил в этом челлендже. Что за фигня опять происходит? Ребят, пишите в комментариях, кто по-вашему победил и что из этого вы бы хотели себе. Возможно, какие-то вот такие вот крутые наушники, которые очень похожи на AirPods. Может быть, клавиатура, мышь или что-нибудь. Wow. Я заберу себе пылесос, правда, так что его не просите, я буду машину вот эту вот мыть. Я буду мыть что-то. Размечтались. Ну, я хочу, чтобы у меня такой был пылесос. Потому что, смотри, он мне, знаешь, как понравился? Где он? Вон он. Блин, опять его распаковывать. Блин, нормально подарки подписчиков скидали на землю. Что это за фигня-то? Короче, смотри, я понял, в чем его приколюха. Он, его можно положить, поставить в подстаканник, короче, я так понял. Вот так вот, смотри, опа, нормально, удобно. Вот, и это, потом, когда что-то запачкалось, вот, берем, чистим. Чистит. А что нам с гаражом-то делать, блин? Он такой себе гнилой какой-то. Вот, так что Я заберу
все себе. Ты заберешь все себе? Да, все. Все себе? Да, конечно. Чего вы там шепчетесь, я не понял. Говорит, надо дальше распаковывать и смотреть, что здесь есть внутри. А то распаковал такое. Эти сюрприз боксы. Да что тут распаковывать? Здесь нету тачки, здесь уже здесь просто древесина, да и все. Больше тут ничего нету. Так что я даже не знаю, ну что ты хотел здесь распаковать, что ты хотел тут посмотреть, оператор? Не знаю. Вон. Сундук. Сундук? Сундук это, по-моему, для отдельной распаковки. Так что мы можем его с собой взять и посмотреть, что внутри чуть позже. Если вам интересно, то ставьте лайки под этим видеороликом и пишите комментарии. Наберем 20 тысяч лайков под этим видео, тогда распакуем сундук. Вдруг там еще сюрприз-боксы, а? Всякое может быть. Ну а так гараж. Гараж как гараж. Гнилой, сырой и очень опасный. Надеюсь, вам этот видеоролик понравился. Вы поставите лайк под этим видео, подпишитесь на канал, нажмете на колокольчик, чтобы не пропускать те видеоролики, которые выходят каждый день специально для вас. Ну а с вами был я, Вячеслав Исмаилов, или Живия и Бола. Пока-пока-пока. Эти видеоролики, кстати, очень крутые. Советую тебе их посмотреть.